Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сейчас с тобой продолжаем играть в Сабнафтику. Да, продолжаем с тобой играть в Сабнафтику, начали строительство базы. Мы с тобой в той серии сплавали, нашли, где ее открыть. Вот, точнее, как изучить, так сказать. Вот, в общем, начали строительство базы. С тобой сегодня мы с тобой фармим ресурсы. Внимание, работает только аварийный источник питания. Включено резервное питание. Так, у нас что, нам нужны солнечные батареи, ребят. Солнечные батареи, так как я живу тут, да, нам нужны солнечные батареи. Так, мы с тобой, солнечные батареи, давайте, знаете, что я думаю? Я не знаю, сколько мне нужно будет кварц, титан, два кварца, два титана и одна медь. Два кварца, два титана и одна медь. Но здесь, я не знаю, я буду здесь вверх строить? Я, наверное, вверх не буду здесь строить. А у нас солнце где вообще? У нас вот сейчас восход где? Ага, у нас там и... Я не знаю. Ну, конечно, лучше реактор, ребят, построить. Да, кто-то скажет. Но мы пока с тобой построим так. По-деревенски, по-колхозному. Может, конечно, было отдельную панельку ему сделать. Вот, отдельную панельку. Ну, снизу вот там поставить. Вот, ну, пока типа вот так вот пускай будет. Пока. Пока. Потом мы, наверное, где-нибудь вот здесь вот, может быть, сделаем типа... типа фундамент вот такой вот. И вот здесь вот все выставим красивенько. Да, либо вот здесь вот. Да, можно будет день-то здесь, да, сбоку. Да? Да. Я думаю, да, как-то можно было бы вот так вот здесь поставить сбоку. А, там, кстати говоря, солнце-то село, кстати говоря. Вот, вот здесь поставить сбоку, здесь вот как раз-таки их выставить. Ну, это потом, ладно. Это потом. Потому что это титан, свинец нужен. Что нам нужно? Нужно 2 кварца, 8 титана и 1 медь на каждую. 2, 2, 1. Здесь их 4. 4 получается. Умножаем 8 кварца, 8 титана и 8... Ой, 4 медь. 8 кварца. Так, а где нам кварц доставать? Я не знаю. Так, где нам кварц доставать? Я не знаю. Так, ну надо где-то достать, ребята. Пьем водичку. Так, что по батарейке? Батарейка пока есть. Так. 8 кварца, 8 титана. Так, и медь. С медью, наверное, больше всего проблем будут, ребят. Давайте здесь проверим свои любимые нычки. Мои любимые нычки. Что-то здесь отрезался у нас. Так, я серию засек? Да, засек. Все. Чтобы она чересчур длинная не была, то никто не смотрит длинные серии. Все любят короткие. А здесь все не респается, что ли, больше? Ну, как бы я вот, да, и все. Так, уплываем, а тут там радиация. Туда не плаваем, я понял. Так, а куда? Туда, 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 это как раз туда. Слушайте, я базу как раз хочу в сторону этого делать, получается. Но у нас база будет все равно небольшая. Все равно будет большая, база небольшая. Поплыли на север, помните, я там говорил, там делал, ну ты помнишь, да, все ты помнишь. Все ты помнишь, поплыли туда. Так, кварц, титан. И медь. Вот, наверное, больше всего, конечно, проблем, знаете, с чем будет? С медью. Не знаю почему, мне так кажется, что будет с медью проблема. Прям нам чистый кварц нужен. Да. Все, сейчас, короче, будем туда перевозить. Медь тоже собираем. Все, радиация пошла. Уходим. Нельзя нам здесь плавать.
Блин. Подожди, а туда-то вообще, что ли, мне нельзя проплыть? Мне там дурно прям вообще, да? Титан. Медь. Тоже титан. Так. Смотри, вот кварц, да, что-то находим. А я здесь был? Ну, дайте-ка мне кислороду. Товарищ. Еще. Можно? Не будьте жадным, будьте добрым. Так, 8. А, на 2 у нас есть. Так, свинец это тоже забираем. Все забираем, короче. Нам нужно все. У нас большие стройки сейчас будут. Большие эти. Так. Что по месту? Еще немножко есть. Так. Дырочки. Дырочки смотрим. Пускай серебро, но мы тоже заберем. Серебро потом нужно будет нам, я думаю, в большом количестве. И не только, наверное, серебро. Я в какой-то дырке прям в такой хороший поплавал. Мне прям эта дырка понравилась. А я где, кстати? Это я, кстати говоря, на север был. Так, еще две, да? Ну что, пошли возвращаться. Жалко. Жалко нельзя. Так. Жалко нельзя. Ну да ладно. Так. Давайте по возможности что-нибудь сейчас построим сразу. Ага, все системы активны. Питание восстановлено. Все основные системы активны. А что, не хватает? Титан не хватает, да? И, ага, медное это есть. Кварц сейчас тоже весь потратим. Титана это не хватает. Так, ладно. Так, там теперь у нас есть кислород. Да, я правильно понимаю? Кислород теперь есть у нас? Все, кислород есть. Добро пожаловать на борт, капитан. Ага, кислород есть. Так, теперь что работаем, значит? Мы работаем теперь по другой схеме. Мы работаем по схеме 2-2-0. Что за схема 2-2-0, ребят? Сейчас все объясню, смотрите. Берем, большой шкаф ставим. И вот сюда вот большой шкаф. Вот сюда вот прям. А вот сюда можно? Вот я вот тут. Я-то хочу вот сюда. Блин, вот здесь идеально прям был бы большой шкаф. А может тогда радиоприемник? Почему нельзя, кстати, вот сюда? Блин, вот сюда прям вот идеально бы смотрелся. Только сюда. Ну давайте. Так, у нас куда? Мы так, да? У нас там жопа. Так, жопа тут. Вот на эти стенки, наверное, можно. Давайте вот сюда куда-нибудь, прямо около входа. Раз. Жалко, сеточки нету, типа, по которой можно было бы все выровнять. Так, и большие шкафы. Нам нужны большие шкафы, ну, минимум 2-3 точно. Я не знаю, насколько они там это... шкаф. Только два, да? Так, титан, титан нужен. Титан, везде кругом титан. Так, это мы с тобой отключаем. Нам это больше нахрен не нужно. Где оно? Вот это. Так, титан, титан, да, нам нужен титан, титанович, титан, 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 медная руда. Надо бы поесть на самом деле. Но есть нам нечего. Так, мы бедные. Титан и медная руда. Давайте все сложим, все, что у нас есть. А, кстати говоря, у нас есть этот. Так, у нас есть здесь же титан, точно.
Я вспомнил. Ну как вспомнил, я увидел. Ага. Так, ну-ка, открыть. Ага, он здоровый, слушайте-ка. Это хорошо, ребят, это замечательно. Сюда мы будем складывать благородные какие-нибудь металлы, свинец пока весь, серебро. Угу. А сюда мы будем складывать, конечно же, титан и кварц. Титан и кварц сюда у нас будет выкладываться. Так. Титан и кварц. Сюда что у нас будет укладываться? Всякий благородный. Ну, нам нужны еще ящики, ребят. Нам нужны будут еще ящики. Мы здесь сделаем, мы большую комнату сделаем. А, и, кстати, знаете, что я сразу думаю? Нам надо сразу поставить, знаете, что, как бы нам... Наперед задумку-то. Так, это что нам тут надо? Литий. Литий где-то в этих, да, добывается? Где-то глубоко. Большая комната. Вот, нам нужен пластиковые слитки, два. А чтобы пластиковые слитки эти сделать, пласталевые слитки, пластиковые, нам нужно... Два лития, да, это мы вот как бы, чтобы знать, что нам большая комната нужна. Так, радио. Так, а что здесь надо? Титан и медная руда. Все понял. Все. Так, но все равно мы с тобой сейчас идем фармить титан. Да, нам там надо титан и что еще? А что здесь не хватает? Титан. Титану очень сильно не хватает, ребят. Фармим титан. Плывем на север. Очень сильно не хватает титана. Помните, я говорил, ой, титан, его как грязи. Да, ребят. Как грязи. Был когда-то. Но уже все. Сейчас мы уже не знаем, где его брать. Собака. Ой. Их двое там было. Ни хрена себе. Так, кварц мы заберем. Медь мы заберем. Пошел за титаном, нафармил кварц и медь. И золото. А где еще один? Их же двое было. Они же вдвоем выплыли. А. Так, все, нафиг, выплываем. Я зачем? Я за титаном поплыл, ребят. За титаном. Вот этим, да. Вот титан раз. Ошметки. Ошметки надо собирать, понимаете? Природу, ребят, очищаем природу. Два ошметки. Труба какая-то аэродинамическая. Так, нужно вот такие ошметки большие пособирать. Еще у меня там эти есть, кстати. Еще один ошметок. Да, еще ради маячки у меня есть. Ого. Тут как много кварца, ребят. Кислород. Ой, блядь, точно. Извините. Увлекаюсь, забываю про ваш... Эту штуку эту, знаете. Про этот кислород ваш. А литий нам нужен. Нам литий еще нужен. Ну, литий нам нужен. Титан берем. Титан. Кстати говоря, здесь много этих... Всяких... Этих штук. Ого! Вот это место. Ну-ка. Свинец. Слушайте, а хорошее место. Ой, тут охрана. Тут охрана. Слушайте-ка, надо это запомнить его. Так, поплыли назад. Наконец. Сейчас большие ящички поставим. У нас будут большие ящички. Мы будем все складывать в большие ящички. У нас все будет классно, здорово.
кривовато, правда, стоят, да, так. Неприятненько, да. Кто-то скажет, неприятненько. Но ничего, исправим. Не знаю, сколько это энергии на самом деле. Нам, знаете, что надо будет? Для зарядки, чтобы заряжать батарейки. Титан и медная. И медная руда, ну. А, у меня титан нет. Серебряная руда. Титан. Опять, подожди, а мы что, весь титан потратили? А, мы ничего не тратили, мы его не разбирали. Чтобы его, чтобы получить титан, я что-то это все. А, кстати, а зачем я новую вешаю, если я могу, наверное, вот отсюда снять? Нет, или я не могу отсюда снять? А, использовать... А, нет, я отсюда не могу снять. Я думаю, я отсюда могу снять. Титан надо много. Так, кварц. Давайте стекло сделаем. Так, что у нас здесь? Фонарик. Ну, как бы можно, как бы не обязательно. Так. Как бы можно, как бы не обязательно. Так, медь. Ага. Силиконовое это. А сетчатое волокно-то из чего у нас там из этих делается, да? Сетчатое волокно у нас сделано. Нам там сетчатое волокно где-то нужно было. А сетчатое волокно делается из водорослей. А водоросли где-то там. Так, радиоприемник мы поставили. Это хорошо. Так, а что тут надо? Так. Изготовитель аптеки. Микросхема, сетчатое волокно, серебряная руда, титан. Серебряная руда у меня есть, титан есть. Сетчатое волокно сейчас найдем. Микросхема, она из чего делается? Микросхема. Две образцины. Медная медь. Медь, короче. Две пластины. Так, давайте сюда. Титан. Мой любимый. Сюда же также кварц. Засунем медь, кварц. Так, а сюда все благородное. Все благородные металлы. Я считаю, это благородные металлы. Ладно, так. Но мы потом сделаем еще лучше. Блин, жрать опять охота. Опять жрать охота, ребят, что делать? Надо рыбку ловить. Надо и пить. Опять и есть. Пить и есть, и все надо. Так, я тебя поймал. Так, мне надо еще парочку-троечку этих для воды. И мне нужен... сетчатое волокно. Че мне уж там надо? Я что-то забываю, ребят. У меня такая память вообще древа. Так, сетчатое волокно нам нужно, и нам микросхема. Для микросхемы нам нужна, в принципе, медь. И кварц надо, кстати, вытаскивать. Из той вот пещерки, где мы были, весь кварц надо, ребят, вытащить. Желательно весь, да. Потому что он нам еще пригодится. Потому что из кварца делается стекло, из стекла делаются всякие модули. Так. Сюда водички положим, пускай так лежит. Хлебушек тоже пускай сюда скинем. Одну аптечку все-таки оставим здесь, чтобы больше было места. А, модули пока оставим с собой, пускай будут. Так, это можно ракушку, фигушку, это мы все перетащим. Так, нам нужно... Так, что надо... Так, на север плыть. Надо плыть на север. Нужен кварцевую пещеру ту найти опять.
Здрасте. Так, кварцевую пещеру сейчас надо найти. Где-то вот здесь был. Дырище-то это где-то здесь было. Я помню. Нет. Все, надо было маяк, ребят, ставить. Все, забыл, все потерял. Жопа. Где это я кварцевое чудо видел? Кварец, забираем. Кварец. Так, грибов у меня там полно, как жопа. Что за музыка? Как будто на меня кто-то нападает, знаете, такая боевая. А, я, кстати говоря, вышел, да-да, я вышел туда, куда надо. Тот скажет, включи свет, ничего не видно. Кстати говоря, без света лучше видно, на самом деле. Ну, мне лично. Давайте вам включу, чтобы вам немножко посветлее было. Вам, наверное, темно. Скажете, темно, ничего не видно. Хотя вот так вот лучше намного видно. Так, кварц это все забираем. Все зачистили? По-моему, не все. Интересно, они респаются здесь ресурсы потом со временем? Я бы хотел, чтобы респались. Так, здесь охрана. Козел. Террорист. Козел-террорист. Так. А... еще место есть, можно еще кварцком пособирать. Все, плыву. 30 секунд. 30 секунд, полет нормальный. Так, еще можем сейчас пособирать. Кстати говоря, что у нас здесь? Глайдер, да, давайте отсканируем. Получим титан. Который нам сейчас как раз-таки очень нужен. Ой. Террористо. Виванте. Так. Блин, там еще один террористо у Виванте был. Так. Блин, опять потерял эту дыру. Помню, что на севере, а где? Я что-то ее опять потерял. Она такая здоровая. А, вот она. Дыра-то такая здоровая, потеряю. Как такую дыру здоровую можно не заметить. Так, вот здесь, да, много ресурсов тоже. Тоже сейчас приплывем, соберем. Все соберем, ничего не оставлю. Так, а здесь есть что-то? Ну-ка. Это что за дыра? Блин, террорист. Понятно, там тоже что-то интересное есть. Господи ты, боже мой. Так, так. Так, я здесь все построил? У меня все работают. Панель, солнечная панель, солнце 53%, заряд 75%. Ага, солнце 54%. Ну, здесь, кстати говоря, хорошо. Кстати говоря, можно было бы поднять наверх и там прям поставить панель. Добро пожаловать на борт, капитан. Да, спасибо. Так, благородный металл сюда скидываем. Потом надо будет делить, ребят. Потом все это надо будет делить по ящикам. Ой, не туда. Не туда. Да, для кварца, кстати говоря, отдельно надо будет. Хотя, знаете что, кварц на самом деле можно переделать. Вот это вот количество кварца мы сейчас переделаем просто на стекло. Почему я, кстати говоря, не могу подделать эту? Непонятно. Непонятненько. Ну, подремонтировать я имею в виду, почему я не могу. У меня же есть там титан с собой. Почему я сразу титан не могу уложить туда? Так, сетчатое это волокно, я вспомнил, что мне надо было еще.
Что мне надо было еще, ребят? Сетчатое волокно. Да. Так. Давайте, чтобы не забыть. Так, давайте смотрим. Микросхема. Да, микросхема. Сразу смотрим микросхему. Да, микросхема нужно что? Золото, медный проволок. Медный проволок сразу так раз, оп, и все. Так, вот это нам надо. Так, нужно... Подожди, надо... давайте еще небольшой шкаф построим. Вот здесь вот. Кварц-титан. Кварц-титан не то. Так, еще один ящик есть. Так, тут два ящика, тут два ящика. Так, это хорошо, два ящика, два ящика. Так, давай, в принципе, все пока сюда засунем. Потом будем благородные и неблагородные, мы потом все будем делить. Так, нам нужно что? Два меди. Чтобы две меди... Ага. Так, две меди, это мы сделаем моток. Нам нужен золото. Нам нужно... Медь мы сейчас сделаем. Два этих нам надо, да, будет? У нас там есть... Ага. Сетчатое волокно надо будет еще. Так, а что по месту? Нормально все. Так, пойдем добывать сетчатое волокно. Сетчатое волокно у нас добывается где? Правильно, вот там вот. Что у нас здесь? Дырка? Что в дырке? Титан. И кварц. Мой любимый кварц, мой любимый кварц. Одни дырки, кстати говоря, да? Сплошные. Тихо. Дай сколько. Так, кстати. Так, пойдемте добывать это. Я поплыл. Я поплыл туда, нам туда. Тут радиация, тут плохо. Мне нужно подобывать... А, ну, во-первых, мне в дырку надо. А где дырка? Большая дырка. Давай подобываем все это, как его. Не кварц, кварц пускай лежит. Кварц у нас пока достаточно, пока. Вот это мы пока подобываем. Все вот эти камушки мы сейчас добудем. Потому что там может быть что-то полезное. Так... Так, это тоже собираем. Взять там. Хорошо. Медь берем. Хорошо. Так, здесь куча кварца, короче. Куча кварца, ребят. Будет нужен кварц, приходите, берите. Тебе мне не жалко. Кому нужен будет кварц? Приходите, забирайте. Вот. Ну, если кому-то надо. Медь тоже нужна. Так, а здесь тоже дырка какая-то большая. Ну-ка. Тут еще что ли одна? А, это та же самая дырка? Нет, это же тут другая дырка. Да, это другая какая-то. Да, это другая дырка с кварцем. Или это та же самая, или я что-то путаю. Подождите. Я путаю дырки? Да, это та же самая дырка, извините, да. Я ошибся. Извините, перепутал. Извините, поплыли. У нас место-то есть. Тут что? А у нас места-то не хватит, да? Инвентарь полон, да, он по 4, блин. Мне надо еще 2 освободить. Давайте поедим, давайте попьем. Давайте вот так вот. Плыл, кстати говоря, чисто, ребят, за водорослями, если что. Если кому-то интересно. Плыл чисто за водорослями, это что? Кислород. Да, ты что-то поздно, подруга, начала говорить мне про кислород. Обычно там, ну, секунд за 30 говорила. А сейчас что-то вообще уже практически говорит, когда уже кислород нет. Это как-то меня печалит. Это очень печалит. Так, волокна надо.
Волокна, волокна. Это одно волокно, да, будет? А, два за одно, ё-моё, два за одно. О-о-о. Это нам надо прям ходку идти на это, на волокна, ребят. Потому что, ну, волокна, наверное, нужны будут потом нам. Прям ходки две надо будет на волокна делать. Ходки две, три. Тихо, не лагай. Кстати, сохраниться надо. Так, чё я пришёл-то? Подожди. Неудобно, вот видите, вот пока база как бы не до конца построена, вот это неудобно. Туда-сюда бегаешь, что-то там. Да, кто-то скажет, у тебя там же есть сундуки, у тебя в сундуках есть какие-то ресурсы, что ты их не используешь. Я их пока пускай лежат. Мы их использовать всегда успеем. Мы их с тобой всегда успеем использовать, так что не переживай. Пускай лежат так, как говорится, на черный день. А сюда, кстати говоря, можно? Ну-ка. Вот сюда можно шкафы поставить? А, так сюда можно шкафы поставить. Ёшкин ты помидор. А, так и сюда можно было эту поставить, кстати говоря. Не эту сюда вешать, кстати. Можно было вот сюда повесить. И аптечку, и эту прям на вход. А чё я туплю? Подождите, и аптечку, и эту, и радио мы сюда повесим. Вот. Нет. Чё же я туплю-то, ребят? Чё вы мне не говорите-то про это? Чё вы мне не кричали сейчас? Димка, можно было вот в этой... А я что-то не думал, что здесь можно ставить что-то. Ну, знаете, бывают такие, знаете, обычно серебряный руда титан. Да заебали. Обычно это такие, знаете, буферные зоны, в которых ничего нельзя строить. Так, все, типа мы здесь построили. А здесь что-то можно тоже, да, переходы какие-то построить? Почему здесь такая стенка? Или я здесь могу, допустим, построить... торговый автомат. А что там в торговом автомате? Отстойник Джека. Фу, как-то звучит плохо. Ненужные предметы для утилизации ядерных отходов. Что я хотел-то? Я хотел посмотреть на... Окно, что ли, сюда можно? А, сюда можно окно поставить. Ну, прочность, да, ребят, снизится. Ну красиво зато, да, будет. Я бы, если поставил, то вот сюда бы, наверное. Зато будет красиво. Да. А что нужно поэтому? Если ставить кварц, стекло, да. Усиление корпуса. Усилить корпус можно, ага. То есть у нас корпус стандартный. Ну, я не знаю, пока нам окна особо не нужны. Я хочу, знаете, вообще наверху сделать обсерваторию. Ну, здесь прям сразу и туда обсерваторию. Типа, красиво, чтобы было. Ну, вот, а здесь у нас, типа, все-таки... Хотя вот сюда вот можно все эти сделать, это же, да, правильно? Ты же со мной согласен? Заходишь по правую сторону, вот сюда можно сделать стекло. Стекло, нужно стекло, ребят, прикиньте. Для стекла нужно стекло. Сейчас, подождите. Нам кто-то там звонит. Стекло, где у нас стекло? Да-да-да, слышим. Прочность на 1, общая прочность минус, ага. Так, ну я же могу ее усилить, правильно? Усиление стены. Да, я могу вот сюда усилить. Да-да-да-да-да, кто там? Алло. Это солнечный луч. Мы уже на подходе к планете, и мы нашли место для посадки. Мы отправили вам координаты. Нам понадобится пара дней, чтобы выровнять нашу орбиту. В это время мы будем в состоянии выйти на прямую связь с вами. Затем мы спустимся вас забрать. И не заставляйте нас ждать. Солнечный луч. Конец связи. А, чё-чё? Я только базу, блядь, построил. Вы чё, меня уже спасаете, ребят? Ну, давайте как-то это попозже. Я только... Место посадки солнечного луча. 1188 метров. А слушайте-ка, это, наверное, знаете что? Это, наверное, типа альтернативная концовка, я правильно понимаю? Хотя я могу, наверное, ошибаться. Ну, типа, я могу пойти и закончить игру. Ну, типа, спастись и все. Ну, я, типа, молодец и красавчик. А могу, типа, дальше. Я знаю, здесь можно на своей ракете будет улететь. Либо это, наоборот, они там упадут. Хотя я не знаю, ребят, сюжет. Но я знаю точно, здесь нужно строить свою ракету. То есть...
Вот, кстати говоря, вот солнечный луч мне нахер все там перекрыл, этот ваш солнечный луч, потому что надо было не справа делать, а слева, в верхнем углу. Вот. Так, так что у нас здесь по ящикам, да, что я хотел? Ящики, ребят. Ящики надо вот здесь ставить, и все. А слушайте, я могу не... Не могу? Жаль, не могу перенести их. Ну ладно, в принципе, а вот это можно разобрать. Да. Да что-то какие настройки? А, вот это разберем. Это разберем. Да, и можно, в принципе, ящики все вот здесь вот поставить. И просто заходишь, и здесь ящики. Все вот здесь ресурсы, чтобы не бегать туда. Ну, через 40 минут, ребят, сходим. Как бы игру закончим. Мы же игру с тобой уже прошли. А, что здесь нельзя? Так, откуда можно-то? Так, сейчас приметимся. Ага. Так, хорош. Шкаф. Второй. Чё, какая батарея? Нет. Отмена нахер. Не те кнопки нажимаю, ребят. Не те кнопки, старые. А почему сюда нельзя? Хочу красиво. Почему сеточки, вот знаете, не сделали, да? Они выравнивание там по сетке, по всякой. Почему сейчас можно? Да ебать. А почему сюда-то нельзя, я что не понимаю. Типа вот это вот здесь, так-так. Сколько нам ящиков надо? Ну, я думаю, еще один, да. Два-то уже, наверное, не влезет. Два, да, два уже... Нет, уже не влезет. Вот, ну, можно, в принципе, вот сюда впихнуть невпихуемое. Ну, вот сюда, допустим, около этого поставить. Чем там пересекается она? Вот так вот. Будем заходить, что тут ящики, да, ребят, будут. Что поделать? 36 минут, ребят. Это уже в следующей серии, ребят. Да. В следующей серии. Полетим домой. Че, все, ребят, серия заканчиваем. Как бы все, прохождение пройдем. Так. Блин, я только базу начал строить, только развиваться, а меня уже спасают. Во, замечательно. Тут, кстати, по-моему, рыба летала, нет? Мне показалось. Во, нормально, заходишь, тут у тебя сразу шкафчики все эти. Дебильные вот эти вот. И, кстати говоря, можно взять еще стенку. Можно стенку взять и укрепить. А, не, уже нельзя укрепить. А для укрепления стенки что надо? А, сразу там литий нужен, у меня лития нет. Я бомж. Вот, как бы ты заходишь, раз у тебя сразу тут хоп, аптечка, хоп, радио. Тут как бы все ресурсы будут у нас лежать. Все у нас здесь будет по ящичкам. Это отдельный шкаф для титана будет. Прям вот сразу же положим. Отдельный ящик для титана. Жалко, знаете, что нельзя? Надписи жалко нельзя на нем оставлять. Подпись. Вот. Отдельный ящик для титана. Прям отдельный. Не хватает, знаете, какой-то музыки на фоне. Какого-нибудь радио. Вот. Здесь прям отдельно это для титана. Так, заберем эти все благородные, как я их называю, ресурсы. И можно, в принципе, пораскладывать. Сюда мы будем класть, я думаю, знаете что, медь и золото. Медь и золото, потому что медь... А, не, медь, золото и серебро, да? Нет? Не, или знаете что, медь или свинец давайте сюда. Сюда медь, свинец. Сюда мы кладем золото и серебро. Сюда мы кладем всякую шляпу. Стекло там. Это потом разберемся. Потом разберемся. Сюда чисто титан. Титан чисто.
Так, эти два ящика пускай в принципе стоят. Они пока нам особо не мешают. Так, где у меня тут что? Я уже забыл, у меня память как у девочки. Так, здесь у нас этот, медь и свинец. Здесь т-т-т-т-т-т-т. Тут титан. Чё поедем? Жрать хотим? Хотим пить. Пошли ловить рыбу. Чё делать? А, кстати, нам же нужен этот. Добро пожаловать на борт, капитан. Да, добро пожаловать. Я что вспомнил? У нас, а у нас нету, да, его еще? Во, изготовитель нам нужен, ё-моё, я что туплю-то? Жалко вот сюда, почему вот сюда вот нельзя повесить? Прям такое место прям хорошее, прям вот... Эх. Так, ну что, давай куда-нибудь сюда, хотя можно и сюда на самом деле. Титан, золото, один титан, один золото, один титан. Где у меня тут один золото надо? И один чем? Образец пластины. Нет. Это ящик у нас еще пока пустой. Хорош. 300 энергии, кстати, у нас. Так, мы здесь построили. Все, у нас теперь это есть, изготовитель. Так, изготовитель все есть. Теперь можно сюда. Что у нас там, жопа какая-то? Все нормально. Перетаскиваем ресурсы, ребят. И я думаю, на этом, наверное, закончим серию, да? Ну, скажи, да... Да ладно. Я скажу да. Вот такие вот пироги, ребят, у нас сегодня были. Ну, видите, зато базу обустроили. В принципе, не зря прошел, как говорится, день. Кстати, а у нас золота не так, не так мало. Пещера, там эти нам... Надо еще столько всего нам исследовать, а нас уже эвакуировать хотят. Но мне кажется, там какая-то жопа через 33 минуты будет. Я не знаю, ребят, что. Но мне кажется, там жопа будет. Так, свинец сюда. Медь сюда. Золото, золото, серебро. Золото, серебро нам сюда, пожалуйста. Вообще, для каждого ресурса можно на самом деле бы отдельный ящик прям... Я прям, знаете, люблю такую вещь, когда прям у каждого ресурса отдельный ящик. Чтобы прям ты знаешь, где что у тебя лежит. То есть не вот так вот, когда не знаешь, там, есть у тебя такой-то ресурс или нет. Ты все знаешь, у тебя вот это, вот это, вот это, вот это. Так, еще раз. Здесь все пусто. Здесь все пусто. Это очень хорошо, ребят, когда ты все знаешь, что где у тебя есть. Так... Так, ящики все пустые. Ящики, кстати, надо все взять и перекинуть, я думаю, сюда на базу. Вот сюда вверх. Что-то есть полезное? Угу. Воды много у нас. Кстати, два силикона. Ну-ка, давайте пожарим рыбку. Давайте тоже съедим. Так. Водички мы глотанем парочку этих. Парочку бутылочек глотанули. А, силиконовую резину забрали. Энергоячейку заберем. А, это пускай пока здесь у нас будет. Сейчас перетащим это. 32 минуты. Солнечный луч прибудет через 32 минуты. Мне кажется, что-то какая-то хрень с ним будет. Я не знаю, ребят, что именно. Но мне кажется, какая-то хрень приключится. Вот хорошо, знаете, когда не знаешь сюжета. Прикольненько. Ну, какая, знаете, есть загадка. Золото собираем, серебро. Слушайте, а у меня серебра на самом деле до хрена. У меня серебра до хрена. Так, это тоже сюда пока положим. Это сюда. Давайте силиконовый сюда тоже пока перекинем. По поводу еды, воды... Я думаю, можно вот в этот ящик сделать под еду воду. Под еду воду и под всякие мелочи жизни, как энергоячейки, пустые батарейки. Вот. Так, нам надо, кстати говоря, эти отключить. А, медь.
Так, давайте мы заберем. Не, не открыть, а как нам забрать? А как нам хранилище-то забрать? А, вот так. На ручку надо навестись. Давайте ножик тоже заберем. Чтобы не мусорить, знаете, чтобы оптимизацию в игре не портить, мы все сложим в ящичек. Все красивенько, ребят, все. А, не сюда, не в этот ящичек. Не в этот ящичек. В тот ящичек. Вот в этот. Вот в этот ящик мы сейчас все сложим. Как бы аккуратненько шлемачок заберем. Водичку тоже все заберем. Аптечки это все заберем. Вот, на всякий случай бутылочку с водой оставим. Бутылку с водой и один питательный батончик вот оставим. Прям на всякий случай. Вдруг что вот. Вдруг вот что, ребят. А, давайте аптечку, кстати говоря, здесь заберем. У нас теперь, кстати говоря, две аптечки. Все время. У нас этих аптечек теперь жопой жри. Возможное жилище. Так, нам надо будет туда как-то сплавать, но я не знаю, как, кстати. Так, что у нас здесь есть что-то положить? У нас здесь нет ничего положить. Ресурс сюда кладем. Ну да, это кладем. Ножик один. Всю воду. Аптечки. Воды у нас две. Еды. Сюда, короче, всю мелочь. Вода, еда и такая вот какая-то батарейка. Какую-нибудь хрень будем сюда складывать. Все, у нас здесь, в принципе, еще один ящик с собой целый. То есть у нас пустой. У нас есть тут ресурсы, там ресурсы. Мы с тобой все разложили более грамотно. И все, я думаю, ребят. Все, увидимся с тобой уже в следующей серии. В следующей серии уже увидимся, там продолжим. Посмотрим, что за солнечный луч прибудет через 30 минут. Мне очень интересно. Вот, увидимся с тобой в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.